привет, друзья. Мы едем, мы уже походили везде по Лас-Вегасу, по Фримонт. На Фримонт были улицы, было немножко ветрено сначала. Вот, это наши записи. Я на Фейсбук записывала. Вот, а сейчас я хочу вам показать Лас-Вегас Бульвар. Вот здесь мы проезжаем. Я немножко не вовремя, начала, я немножко записывала на Facebook. Вот сейчас будем проезжать Беладжио. Ага, а с этой стороны Фламинго. А мы уже проехали Фламинго, Беллис. Вот сейчас вот это что? Это Эйфелева башня. Это... What's this one, Pip? Do you remember? Беллис. Paris. Забыла, где Эйфелева башня. А вот здесь Беладжио, прям впереди, перед Беладжио здесь фонтаны вечером включают под музыку. Здесь Космополитен. Это также Paris. Вот этот, где шарик, это Paris. Видите, там написано Paris. А за Paris планета Голливуд. Вот это здание, это уже планета Голливуд. А вот здесь Пэрис. Видите, вот это вот даже ворота, тут имитацию сделали. Так, потом Ария. Вот сегодня народу много. Сегодня праздник. Сегодня праздник, день памяти сегодня. Вот это Космополитен. Тоже такой красивый прям. Ария. Здесь мы также это проезжаем. Аладдин. Ой, не Аладдин его. Был раньше Аладдин, а сейчас это планета Голливуд. Вот Ария. Тоже. Вот Ария новая. Вот следующее тоже. Это новое казино. Сейчас темнеет, начнет, будет еще больше людей. Вот здесь, видите, как видно хорошо. Такие интересные тут постройки. Луи Виттон, Тиффани, Том Форд. Мы заехали прям в тенечек. Угу. С Калифорнии, товарищи. Тут на выходные вообще все с Калифорнии. Это тоже машина с Калифорнии. Сейчас мы выйдем из тенечка, будет поинтересней. Мы встали прямо за этим тарантасом. И не объехать, не пройти. Что-то вам покрасивее показать здесь. Следующее мы подъедем к... Следующее будет MGM выкупил вот это вот. Там раньше было другое казино. Вот после instead of MGM. What MGM bought of out? Well, it's new now because it used to be the Monte Carlo. Monte Carlo. But it's not the Monte Carlo anymore. Yeah. They have a new name for it. MGM Park. Huh? MGM Park. What? MGM Park. Oh, MGM Park? Было раньше... I knew they changed this to the Waldorf Astoria. That used to be the Oriental, Mandarin Oriental. Yeah.
вот это тоже красиво. Yeah, it is Park MGM. There's a sign. Вот здесь продают прям квартиры, вот в этих высотках. И в этих высотках, кстати, вот где квартиры продают, здесь, по-моему, how much a month for maintenance? For HOA? Yeah. Anywhere from probably 1600 to 3000. До 3000 в месяц здесь помесячно. Даже если это твоя квартира, выплачиваешь 3000 до 3000 в месяц. Да, самая большая 3000. А начинается с 1500 в месяц, просто за то, что там ты квартира у тебя уже выплаченная, представляете? Так, вот здесь MGM парк. Мы там еще, правда, не были, его только выкупили и построили. Вот все, что зелененьким цветом будет, мы сейчас будем подъезжать. Это все новое. Раньше было там казино Монте-Карло, его снесли, и на его месте вот что построили. Опять стоим в пробке. Вот на той стороне, на стороне вот этот такой зеленый цвет, как зеленка, это MGM казино. Тоже большое казино. Вот они выкупили вот на этой стороне площадь и построили MGM парк. Парк MGM. Все время что-то достраивают, подстраивают. Но здесь вот в основном такие вот арматурины ставят. Видите, вот если посередине экрана видно. Сначала делают такие каркасы железные, ну а потом этим оббивают ДСП или ТВП, как оно там называется. И вот тебе и готова постройка. Как симпатично построили, смотри-ка. Последний раз мы проезжали, тут еще ни окон, ни дверей не было, все было как-то процессе. Да и сейчас нету окон. Смотри, еще окон нету. А, еще окна не поставили. Но уже более-менее. Итали. Look at this. Итали. Смотрите, как написано Итали. Неправильно написано. Итали с... Итли. 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 Итали. Итли. Итали. Слово ит это кушать. Итали. Italy. Italy. Да, а Италия пишется через... Not Italy, but Italy. Ага. Италия пишется похоже. Одна буковка, другая. На этой стороне, гляньте, видите, тут вот, значит, вот это что-то тут новое строят. Видно, вот такие рельсы аж прям сваренные каркасом. И вот сейчас мы будем проезжать, это будет Hard Rock кафе. Видите, гитара такая желтая. Желто-красная гитара. Здесь есть тоже Hard Rock казино. Но оно не здесь, не прямо на стрипе. Оно немножко несколько блоков от Лас-Вегаса. От бульвара Лас-Вегас. Погода замечательная. С утра было пасмурно, мы думали, что будет дождь. Summer, а как раз вчера... Ага. Вот. Крэк-шак. Наверное, что-нибудь яичное будут. Да. Как завтрак. Место для завтрака будут, наверное, открывать. О, сейчас видать. Значит, вот здесь сейчас мы будем проезжать. Вот это Нью-Йорк, Нью-Йорк. Казино. Вот это MGM. Ой, не показала вам Hard Rock. Тут тоже всякие магазины. MGM. А вот здесь вот этот бридж, Бруклин Бридж, как в Нью-Йорке. Так. Статуя Свободы. Американские горки. А это Экскалибур. Тут в подвальном помещении мы как-то ходили на лошадках. Рыцари ездят. Представление у них тут
вот какие-то тены они тут натягивают, вот этот тен натянут, и там такой тоже временный цирк. Всякие циркачи тут выступают, ну не с животными, а просто акробаты. Это временные. Так. И вот... Сейчас подъезжаем к Люксору. Видите, такая пика стоит, написано Люксор. И вот это пирамида, как в Египте. Сейчас будем тоже египетский этот проезжать. Как называется? Пип, do you remember how you call this statue? Сфинкс. Сфинкс? Сфинкс. Сфинкс. Сфинкса будем сейчас проезжать. Сейчас не буду никуда поворачивать, чтобы не проискочить. Вот видите сфинкса? Вот он какой красавец. Следующее вот Дилано и Манделей Бэй. Все, это последнее большое казино. А, не последнее, еще самое будет последнее. 4 сезона. Ну, именно вот на этом промежутке. Выйдем на хайвей домой. И по хайвею, если вот отсюда, нам до дома минут 20. В принципе, быстренько. Ну вот и все. На этой стороне уже аэропорт. Видите, как близко, совсем близко аэропорт. Вот это Лас-Вегас Харли Дэвидсон магазин. Я представляю, там какие красивые. А вот здесь Welcome to Las Vegas. Добро пожаловать в Лас-Вегас. А здесь написано, видите, поезжайте осторожно и приезжайте быстрее назад. Люди приходят, фотографируются возле этого. Вот смотрите, написано здесь. Добро пожаловать в Лас-Вегас. Люди по очереди встают и фотографируются. Смотрите, какая очередь. Парковка. Прям... Вот там вот уже за этими всеми заборами аэропорт. С этой стороны очень часто можно, вот смотрите, вертолетики стоят. Вот то, что я хотела вам показать, вертолеты.